Белгородские спасатели провели командно-штабные учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В них было задействовано 64 специалиста и 113 единиц техники. По легенде, на производственном подразделении «Белгородская ТЭЦ» в результате естественной коррозии металла разгерметизировался и взорвался резервуар для хранения мазута, вследствие чего произошел выброс горящего топлива. По предварительным данным, 5 человек обслуживающего персонала получили термические ожоги различной степени тяжести. В ходе ликвидации условной чрезвычайной ситуации провели пожарную и инженерную разведку территории. Подразделения пожарно-спасательных частей локализовали и ликвидировали возгорание нефтепродуктов. А поисково-спасательная служба установила боновые заграждения и с помощью абсорбирующего реагента собрала нефтепродукты. Пострадавшие были эвакуированы и переданы врачам скорой помощи. Поставленные задачи выполнены, а по завершении учений проведен детальный разбор действий участников.